Добрый день, мои дорогие водолеи. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайк, за то, что подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие водолеи, сейчас хочу за вас сделать прогноз на 2024 год. Сейчас посмотрим, какая возможность будет перед вами открыта на этот год. Старайтесь ее заметить, внедрить. Так, какая возможность открывается перед моими водолеями? У вас идет хороший рост. Рост финансовая стабильность, накопление финансовый фундамент, как я говорю, да, и этот год для вас будет, мои дорогие водолеи, этому только благоприятствует. То есть вы как на троне будете сидеть, то есть у вас уже будет финансовый запас, у вас уже будет что-то за душой, да, и этот год вам это благоволит. То есть этого года вот возможность у вас очень хорошая открылась. Также становится взаимодействие с женщиной. Это может быть хозяйка, это кассица, ну, кто-то такой весомый, да, но оттуда вам идет финансовая прибыль. Вот так вот. Вам предлагают выдать работу этот человек. Большой заказ, большой ресурс ждет вас, мои дорогие водолеи. Так, смотрим дальше по сферам, что моим водолеям несет этот 2024 год. Так, работа для моих водолеев. Работа вам будет от женщины. Предложение вам будет очень хорошее от этой женщины. Вот и возможность вам очень хорошая открылась, что у вас получается как фундамент, да, уже идет, будет финансовый через этого человека. Работу вам говорит женщина, клиентка, заказчица, ну, кто угодно, да, но каким-то образом этот человек по вашей работе будет для вас очень важен. Так, финансы для моих водолеев. Так, финансы у вас будут идти из двух источников. Два варианта идет. Это хорошо. И там, и там. Так же самое по финансам вы будете на выборе. Вкладывать, не вкладывать, делать, не делать. Но в основном денежка будет идти из двух источников. Это хорошо. Так, здоровье для моих водолеев. В принципе, неплохое здоровье, но обращаем внимание на голову, да? На голова, головные боли, все, что с этим связано. Ну, неплохо, как бы так, ну, погода же меняется, понятно, что будет болеть голова. Ну, то есть на это обращаем внимание. И еще, знаете, когда идем по улице, смотрим, бывает, с балконов там летит или еще чего-то. То есть, ну вот это, смотрим это все дело. Так, дальше. Личная жизнь для моих водолеев. Прекрасно. Все хорошо, все ровненько. Как я всегда говорю, пришло время собирать урожай. В доме все хорошо, все спокойно, все сыты, все обуты, все одеты. Ну просто прекрасно. Все прекрасно. Так, социум для моих водолеев. Вы находитесь в социуме, в партнерстве. Вот и поэтому вам идут фигуры, ну, люди. Ты мне, я тебе. У вас общение с этими людьми идет. Постоянный взаимообмен, да? Это хорошо. То есть в социуме у вас партнерство будет достаточно. Так, совет моим водолеям на этот 2024 год. Ну, во-первых, не приносите себя в жертву, не жертвуйте своим ресурсом, своим здоровьем, своим временем. Не надо это делать. И кое-какие моменты у каждого свои оставьте в определенном уровне. Вот не туда, вот как оно идет, так идет. Ну, сейчас немножко посмотрю, чем это связано. А, с какими-то дорогами. Дороги и какие-то предложения. То есть вам будет хотеться, чтобы было много предложений, да, а будет определенное количество. Ну вот пускай вот оно и будет вот это определенное количество, пускай будет вот это, чем вообще ничего не будет, так? Вот так. Так. Теперь смотрим, чего не стоит делать моим водолеям на этот год. Смотрите. Не стоит делать, вот вам воскрешать какие-то моменты, то, что было давно забытое. Давно забытое. А вы захотите его как-то, ну, может, с кем-то общение начать новое. Вернее, оно у вас было, но вы не общались какое-то время, да, и вам захочется с этим человеком общаться. А он не хочет с вами общаться, а вы же опять-таки, то давай же общаться там, то-то-то. То есть не стоит вам это делать. И еще не стоит вам, мои дорогие водолеи, говорить о всех благах своей семьи. А где вы работаете, что вы, сколько вы зарабатываете, куда вы поехали, как дела у ваших детей, какой материальный статус у вас на данное время, да, то есть
Никому ничего не говорить. Я всегда говорю, счастье любит тишину. Вот и все. Вот так, мои дорогие водолеи. Вот этого вам делать не надо. Так, и смотрим, чем моих водолеев порадует этот 2024, идут 24 год. Идут две, беру две. Вы это уже знаете, да? Ну, во-первых, смотрите, порадует вас ваш ребенок. За вашего ребенка что-то связано, перемены на новый уровень, переход, переезд, съезд. Ваш ребенок вот поменялся, что-то новое вошел. Но это будет только в плюс, это будет только в радость. В основном будете радоваться за своего ребенка, у кого дети есть, да? Также самое много приятных новостей вам будет идти. Что касается перемен на новый уровень. Ну, здесь у многих дети. Что ваш ребенок вышел на новый уровень, повышение по должности, повышение статуса, смена автомобиля, ну чего угодно, да, и вы этому радуетесь, вы этому радуетесь, это хорошо, это просто прекрасно. Итак, мои дорогие водолеи, сделаю для вас прогноз на 2024 год. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. До свидания.